В этом году прошло 100 лет со дня рождения поэта, барда, голоса поколений шестидесятников Булата Акуджавы. Его песни, на первый взгляд, очень простые и полны глубоких смыслов. Он был одним из первых, кто стал исполнять свои стихи под гитару и породил огромное движение авторской песни. А творчество плотно связано с темой Великой Отечественной войны. В честь памятной даты в центре «Прекрасно» в Красноармейске прошел концерт, посвященный Булату Акуджаве. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. В программе «История жизни поэта», его песни и открытый микрофон. В концерте приняли участие вокалисты, которые занимаются в центре у Натальи Карелиной. Преподаватель является руководителем проекта «Наше время». Почему мы так назвали наше объединение? Потому что, на мой взгляд, самое дорогое, что есть у человека, это его время. И то, куда он его расходует. Для участников проекта это было первое выступление. Репертуар подобрали таким образом, чтобы концерт охватил все темы из творчества поэта. Были и всеми любимые и знакомые песни, которым подпевал весь зал. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.